Егор Аверин не выступит на чемпионате мира. У нападающего «Локомотива» врачи сборной России по хоккею на обследовании нашли серьезную травму. По мнению медиков, чтобы ее залечить, Аверину нужно 2 недели. Поэтому Егор покинул базу в Новогорске. В сборной остались еще 2 форварда – железнодорожников Сергей Плотников и Егор Яковлев. Возможно, 18 и 19 апреля они выйдут на лед в матчах Евровызова против команды Латвии. А вот игроки «Лока» Егор Коршков и Павел Красковский начали борьбу за золото чемпионата мира в составе юниорской сборной. Чемпионат проходит в Финляндии 3-й раз в своей истории. 2 предыдущих турнира в стране Суоми выиграли наши юниоры.